нас сегодня в студии заслуженный колобок России. Здравствуйте, детишки! И сегодня мы с ним расскажем вам сказку. В рождественский вечер зал театра имени Веры Комиссаржевской был переполнен. Традиционный капустник за много лет полюбился уссурийскому зрителю. Публика праздничного представления ждала с нетерпением. Эти люди – частые гости театра. Рождественский театральный капустник. Люди ждут с нетерпением. Билеты у нас были раскуплены еще в начале декабря месяца. Вот. Поэтому хочется подарить людям праздник, хорошее настроение, чтобы улыбки на их лицах появлялись все чаще и чаще. Новогодняя история рассказала о простом советском человеке. Во сне ему удалось исполнить свои мечты. А мечтал гражданин стать телеведущим. Желание сбылось, но не так, как хотелось герою. Новости пришлось не рассказывать, а показывать. Перевыполнили. По производству мяса. Очень замечательное представление, просто оставило большие впечатления, эмоции, с таким юмором, очень посмеялись. Близкий к современности сюжет был прост для понимания. Отсюда мгновенная реакция зрителей, смех и аплодисменты. Очень понравилась атмосфера. Она очень праздничная, живая. Актеры вот настолько естественные. Мне очень понравилось. Вот честное слово, это было так вкусно и интересно. Актеры театра еще раз доказали, талантливый человек талантлив во всем. Сценическое мастерство, юмор с перчинкой, песни и танцы. За многогранность артистов заслуженные выкрики «Браво!». Знает ли хоть кто-нибудь, чем мы видим на губах? Шагнет он барьеру. Рождественские встречи развлекают не только зрителя. Сами актеры на сцене отдыхают. Хотя во время подготовки пришлось потрудиться. Каждый участник стал соавтором сценария. Конечно, мы подходим к этому тоже очень серьезно, потому что нельзя выпускать сырой продукт. Но здесь мы куражимся, мы веселимся. Хотим, чтобы веселился с нами зритель, где-то задумался зритель над чем-то. Это можно назвать одним словом, как театральный капустник, актерский театральный капустник. То есть ребята самостоятельно работают над тем или иным материалом, да, предлагают его, мы его отбираем и предлагаем нашему зрителю вот, для просмотра, как в некой какой-то концертной программе. Каждый год рождественские встречи становятся ярким событием. Зрители видят любимых актеров в непривычных образах. Разносторонние таланты, необычные роли и теплая атмосфера делают вечер незабываемым. Тамара Илюхина, Игорь Антонов, Телемикс.